Ребятки, доброе утро. Вот такая у нас вчера получилась стихийная стоянка. А сегодня у нас завтрак из десятка яиц и ишница. Михаил Юрьевич ходит хмурый. Всем привет. Хмурится. Накрапывает мелкий дождик, моросит. Идет процесс стабилизации и оптимизации. Распределение груза, центрирование. Что? Расконсервации. Да, расконсервации. Там у нас сосисоны еще жарятся, варятся. В общем, сейчас мы поедим. И поедем. Доедем, поймаем и поедим. Вот. Да, то есть-то у нас нечего. Всего 300 грамм еды. Вообще, проголодь едем. Доброе утро. Завтракаем. Завтракаем мы сегодня яичницей и глазуньей. Да, и сосисонами. И сосисонами. Вот. У нас все хорошо. У нас все хорошо. У нас не только хорошо. Не верите, да? Хорошо у нас все. Позавтракали. Теперь осталось мелочь уложить вот эту кучу обратно в вездеход. И через 1.5 часа мы поедем. Может быть. У нас с каждым разом все быстрее и быстрее получается. Легче и легче груз. Да, еды съедаем больше и больше. Потому как у нас идет программа по облегчению веса, у нас, превознемогая себя, мы решили сделать 5-разовое питание. Приходится кушать много и часто. 5 раз в неделю. Да, ребятки, в этот раз мы идем лайтово. И весь наш завтрак, вот. Вкуснятина. Доширашан. Доширак-сан. Доширятина, да, у нас будет. Смотрите, у нас уже половины кучи нету. То есть еще 1.5 часа и все. Прошло 15 минут. И мы помчимся. Ты снимаешься? Конечно. Что, выкладывать потом лучше? Конечно, буду. Как это зачем? Нет, это зачем на старости? Для истории. Мы растем быстрее деревьев. Выше любой карликовой березы. Ну что, ребятки, вот такая у нас дорожка. Вот такая у нас погода. Вот такая у нас погода. Где-то посередине Кольского полуострова. Да. Второй день путешествия. Вокруг болота. В нашем многосерийном фильме четверо и две собаки. Куропатки видел, взлетели слева. Ой, справа. Много. Будем стрелять или будем ехать, говорите? Не-не, будем ехать. 4 штучки взлетело вроде. Я не видел куропаток-то, блин. Я спрашиваю, будем стрелять или будем ехать? Не-не-не, будем ехать давай. Мы их еще найдем. Поехали. Серп прет.
Яка-бяка. Жижа! Сильно загружен и загружен сверху, поэтому им надо накачиваться. Но мы можем тоже подкачаться. Все, будет водная преграда сейчас. Куда-то Мишка убежал опять. Так, еще
что ж, ребят, вот мы, в принципе, ехали-ехали, преодолели нормальное такое расстояние и прошли болотца. Остановка автобуса. Здесь надо ждать проезжающих путников. Все непременно. Только расписания нету. Когда они идут, непонятно. Нет расписания, нет и людей. Будем ждать автобус. Вот, ребята, тут ходят рейсовые автобусы. Такой он суровый, кольский. С суровыми автобусами. Автобусы ходят раз в год. Да. Зимой, на Новый год. О, хорошо, хорош. Вот рыбалка здесь. Да, здесь рыбалочка все. Вот тут вот, на входе. Да, смотрите, да. А теперь мы пошли. А нас подсносит даже, ребят. Мы меньше нагружены. Всплываем. Ребят, у нас пробой. Опять что-то нам с этим колесом ну никак не везет. Распороли на камне об диск. Ударили. Сейчас будем зашиваться. Да, ребятки, вот так вот. Мишку Финтрейл конкретно спасает, а Мишка спасает нас. Мы пробили колесо, сейчас затягиваем его. А погоды нам благоволят. О, как у вас тут хорошо все слишком. Да. Давайте-ка мы вас немножко... На низком давлении пошли и пробили колесо об обочину. С обочины камень торчал. Ударил вот в складку и в диск. Вот такая вот произошла... Аказия. Акаказия, да. Сейчас будем ремонтироваться и поедем дальше. А Мишка у нас в шикарном костюме, непромокаемом. Да,
который не боится ни грязи, ни дождя. И мишку не боится. Грязь есть, вода есть. Да. Костюм не боится. Идет дождь на улице. Да. А ему сухо и комфортно. Ничто не мешает проводить ремонт. Вот такой у нас получился шов. Хирург был пьян. Шучу. Короче, хирург шил как умел. Не ругайте пианиста, да. Он играет как умеет. Да, как умеет. Ребят, кто хочет посмотреть, как это все делается, посмотрите, у нас ролик на канале. Вот сейчас будет подсказочка на экране. Называется «Как зашить боковой порез». Где Алексей Маратович Горгашьян как раз показывает мастер-класс по тому, как зашивать колесо. Еще дождь, блин, пошел зачем. Ну вот такая, ребят, получилась колбаса. Вроде не травит. Посмотрим, как будет дальше. Мишаня еще заделывает, что-то подделывает, так это самое, засовывает жгуты туда. Пытается, по крайней мере. Тут меньше было. А? Меньше шипело. Сейчас перестанет совсем. Сейчас мы дыру увеличим до таких размеров. И поедем домой, ёлки-палки. Вызовем эвакуацию. Да. Все, ребят, Мишка красавчик, заклеил колесо. Мишка, держи 5. Опа! Мишка колесовый скорняк. Да. Тебе шиномонтажником надо было быть, а ты краснодеревщик, ёлки-палки. О, Мишка у нас вообще универсальный боец. Все, ребятки, поехали. Вроде не травит колесо, вроде заделали. Посмотрим, как будет. Мы первый раз сами шьем. Поэтому, может, и не получится сразу. Но опять же, хочу сказать, что это опять наше упущение. Не уследили за давлением. Всего этого можно было избежать. Проходим.
километр пройден уже. Осталась ерунда. 270 километров. И мы на месте. Вот, ребят, птичка от гнезда отводит, смотрите как. А может, птенец. Ладно, поехали своей дорогой. Ребятки, морожки тут было. Говорю, жизни съесть. Немножко тяжело собирать, руками все надо. Вот такое, ребята, озеро. Собаки будут бегать. Здесь встаем сегодня лагерем. Лесотундра вся сырая насквозь. Попытались найти сухую площадку какую-то. Бесполезно. Где более-менее сухо, там по десятку муравейников на 10 квадратных метров стоит. То есть... Да, мы чуть-чуть опоздали, надо было до муравьев. Муравьи еще не мигрировали. Да, на юг еще не мигрировали, не улетели. У них здесь вырастают крылья, они на юг улетают. Они будут импортироваться в наши продукты. Сейчас мы будем натягивать тент. Будем же, да, Михаил Юрьевич? Я думаю, что состоится все-таки натягивание тента. Монтировать. Распятие его тента на шерпы. Да, будем здесь делать такой вот островок сухости относительный, хотя бы чтобы сверху не текло. Кстати, и может быть сегодня даже мы поймаем рыбу. О, ребятки, вот такой у нас. Вон Мишка кол вставляет. Вот эти палаточные колышки вообще ничего не держат. Жизнь налаживается. Да. Просто вышат. Вот такой у нас, ребят, сухой островок получается. И даже береза у нас тут растет. Парк сделали. До озера ходить далеко, поэтому на рыбалку сегодня не пойдем. Аккуратно, Миша. Да, намотал ты вообще знатно ее. Отматывайся. О, ребята, восьмерочка полетела. Вертушка. Сыровал. Михаил Юрьевич, как ваше ничего? Ничего. Тогда передавайте нашим зрителям привет. Руэт зрительский. Пользуюсь редкой возможностью. Передаю всем все, нашим зрителям привет. Время закончилось. Забираю обратно привет, он не вошел. Ох, ребятки, вечереет. Темнеет. Мы покушали пельмешек вкусных. Будем скоро уже разбредаться, расходиться. Вон Михаил Юрьевич бодрый. Довольный, сытый. Готовый отойти ко сну. Да, на жердочке стоит. Ну, вам не видно уже тут темнота. Ну, чем не менее. Покажем, где мы стоим. А я показывал уже. Утром надо показывать, в каком-то месте стоим. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь. Нажми на кружок. Спасибо. Пока.